Молодежный совет при главе города начинает свою работу. На прошедшей неделе ребята собрались, чтобы вместе со своими кураторами из Центра молодежи обсудить важные вопросы и организационные, и по взаимодействию совета с предприятиями города. Напомним, в новый состав совета вошли 19 человек. Это молодые и амбициозные студенты, старшие школьники и работающие молодежь «Орбита». Молодежный совет – это один из значимых органов местного самоуправления. Ведь его деятельность позволяет привлекать молодежь города к реализации общественных инициатив, повышать эффективность предприятий и организаций. А еще для местного руководства это отличный канал коммуникации с молодежью города. Важность совета для «Орбита» подчеркнул тот факт, что удостоверение его новым членам вручал глава муниципалитета. Мы приглашаем сюда Худорожкова Дениса Евгеньевича. Денис, поздравляю. Сегодня молодежь – это люди от 14 до 35 лет, а значит, это как школьники и студенты, так и молодые работники предприятий города. Те, за кем будущее нашего города. А значит, сегодня, планируя и проводя преобразование в Орбите, руководство муниципалитета должно учитывать их мнение. Ну а как настроить диалог между молодежью и властью? Ребятам рассказал бывший председатель городского молодежного совета Данил Тупица. Молодежный совет вновь возобновляет свою работу, и я считаю, что вот этот молодежный совет, он должен по праву являться правопреемником того молодежного совета, председателем которого еще был я, потому что в то время мы действительно реализовывали множество проектов для города. Это были и воркаут-площадки, и скейт-парки, и благоустройство города, вот, поэтому я считаю и уверен в том, что у ребят все обязательно получится, и они будут тоже приносить пользу нашему любимому городу. Ну а свою работу новый состав совета начал с упорядочения собственной структуры. В первую очередь с выборов председателя. Эту должность занял Тимофей Бавыкин, за которого совет проголосовал единогласно. Конечно, я очень рад, что ребята поддержали меня. Я надеюсь оправдать их ожидания. Будем развивать молодежный совет, делать классные дела на благо нашего города. Членам молодежного совета было дано задание в течение следующей недели составить план каких-то мероприятий, их предложения по работе молодежного совета. Также был запрошен список мероприятий, которые будут проводиться у нас в городе в ближайшее время. Поэтому скоро мы начнем свою полноценную работу. Так что теперь, когда работе официально дан старт, впереди у молодежного совета множество планов. И в преддверии 1 сентября ребята уже запустили акцию «Соберем ребенка в школу». А 26 и 27 августа члены молодежного совета приглашают представителей студенчества и работающей молодежи принять участие в военно-полевых сборах, которые пройдут в эколого-просветительном центре биоразнообразия «Скородум».